Кому беда, кому и повод для острот. Барак Обама, видимо, так привык к перестрелкам в своем государстве, что, комментируя трагедию в Мюнхене, пошутил. Германия – это один из наших ближайших союзников, поэтому мы окажем ей всю поддержку, которая понадобится. Это хорошее напоминание о том, что я говорил ранее. Это атака на наш образ жизни, свободы, на возможность заниматься своим делом каждый день. Расти детей, видеть, как они растут, заканчивать школу, и сейчас уходят от своего папы. Извините, это я уже о личном. Кроме этого, своеобразного акта поддержки о готовности оказать любую помощь Германии заявили несколько государств. Среди них Великобритания и Франция. Они заявили, что терроризм – это глобальная болезнь нашего времени. Ну а между тем, в ООН подсчитали количество террористов во всем мире. По данным Всемирной организации, их около 30 тысяч. Человек. Хотя людьми их, конечно, назвать очень сложно. Это выходцы из 100 стран. Но, впрочем, по оценке независимых экспертов, цифра эта сильно занижена, ну, примерно раз в 10. В ООН подчеркнули, что ни одна страна в мире не способна в одиночку противостоять угрозе терроризма. Призвали собраться и бороться. Ну и также в ООН сказали, что за 30 дней священного дня мусульман, для мусульман месяца Рамадан, боевики ИГИЛ совершили организовали почти 400 террористических актов в 16 странах мира. Всемирные организации говорят, что, к сожалению, в ближайшее время мир не станет более безопасным и стоит ожидать новых атак.